Вижу. Где? А, нет, это куст. А я думал, сова. Ультра-графика. Та-да-та-да-там. Эу. Сзади тебя, чувак. Да ты че? Где? Ну, прикинь. А, нет, не сзади. Ну, как бы уже спереди, получается, куда ты смотришь. На сколько часов? Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5. 10, 5 утра. Намного. На сколько часов будет? Намного меха часов. Минус один. Это ты хлопнул, да? Все нормально, я обшмонаю, я сделаю всю грязную работу за тебя. Ты что здесь делаешь? Странно, да. Ты себя ведешь, конечно. На какие цифры? А, я не знаю. Побежали пешком, побежали пешком. Да я не могу выйти. Миха, давай быстрее. Лечи. Что за дичь? Это все из-за тебя, ты, потому что вообще поехал не по той дороге, ты застрял, короче. Васик такой перевернутый, понял? Все, быстрее бегом отсюда. На лыжи, Миха, на лыжи. Подожди, я как сейчас... там, каждый сам за себя, да, в такие моменты надо кричать. Поехали, Миха. У меня с собой все есть, все, что нужно для хорошей жизни. Поехали. Давай. Чувак! Ты его завалил? Да, завалил. Отлично. Все, поехали. У меня Нива убегает. Ай, только бы не с горки. Что такое там? О, меня дерево спасло. Она дальше поехала. Вот дерьмо, я упал, Миха. Иди, поднимай меня. Черт. Вот засада, Нива уехала. Блин, я на ручник не поставил. Нива где-то там внизу и слышал. Как лег-то я? Дерьмо собачье. Да меня Нива задавило. Нива задавило? Ну как-то что-то типа того было, я даже сам не понял. Все нормально? Едем дальше? Что случилось? Да. Ничего не случилось. Все будет. Чувак какой-то ярый. Думал, короче, сможет остановить меня, понял. Мы сейчас воевать за ящик будем. Готов? Ну нормально. Нормально, короче. Как обычно. Отсюда. Поехали за ящиком, бегом, Миха. Нам знаешь, сколько пилить? Нам так. Пилить 486 метров. Я вижу машину справа. Вижу машину так, справа. Так и что, может быть, на машине. Не, 486 метров пешком я не хочу бежать. Долго. Да кого? Я да устану. Ты сейчас посмотри. Нет. Ты вот сейчас посмотри, сколько поехали. Осталось. Садись. У тебя как? Поеду с вами. Ну да, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. О, чувак. Пиу! Смотри, ящик, может, его не лутали. Иди посмотри, что я прикрою тебя пока. Миха, открытая территория. Мне здесь страшно. Поехали дальше, а? У нас всего три колеса. Нам надо ехать. Поехали, тем более зона сузилась. Если бы кто-то не пробил колесо, у нас бы было все замечательно.
Запаски-то нету, не обратил внимания? Да и так нормально едет. Подожди. Подожди. Чё? Люблю, когда все симметрично. Ой. Вот ты дофига это сделал. Я, подожди, я умею дрифтовать. Подожди. Мне нужно только привыкнуть. Вижу. Вижу чувачка. Где? Я тебе скажу, с тремя колесами было повыше. Поехали. Да ну тебе. Я во все научился поехали. Ездить, я умею ездить. Миха, смотри, я еду. Заниженная, я понял. Заниженная Нива. Ну как хочешь. Униженная Нива, да? Ты где? А, ты слушай. Поехали, давай, ты сейчас просто чуть-чуть. Да скользкая ее. Это. Да видит. О, задом нормально ехать, я понял, короче. О, вообще идеально, прикинь. Вообще нормально. Вот четко. Здорово, братишки, сестренки. Спасибо, что зашли на этот канал. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь, ставьте лайк. Буду очень признателен, учитывая, что у меня на данный момент 0 подписчиков. Into this azure form, into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet.